достался вот этот первый разряд. Это же уже победа. Ну, расскажи. 3-4 года это занимается. Здорово, здорово, отлично. Ну что, приветствую. В зале спортивное будущее «Химок». Все они победители и призеры различных соревнований по водно-моторному спорту. Юных химчан с успешным выступлением поздравили тренеры, родители и депутаты. Поздравляли тех, кто впервые принимал участие в мероприятиях подобного уровня. Поздравляли их с выполненными спортивными разрядами и награждали значками. Впервые за всю историю школы команда заняла первое место, первое общекомандное на всероссийских соревнованиях. То есть такого результата на такого уровня соревнований еще не было. Водно-моторный спорт – техническая спортивная дисциплина, которая представляет собой состязание на воде на скорость с использованием моторных плавательных средств. В Химках этому спорту уделяют большое внимание. Не случайно называют наш город «город спорта». Никто не может ни Московской области похвастаться. Первое, как администрация уделяет внимание спорту, вот, в частности, Дмитрий Владимирович Волошин. Вот. Второе, практически представлены практически все виды спорта. Это здорово, здорово. Водно-моторное отделение в Химках существует с 2007 года. В отделении занимаются дети в возрасте от 8 до 18 лет. Все они успешно представляют городской округ Химки на соревнованиях самого высокого уровня. Елена Тараненко, Вильфрид Демковский. Новости Химки ТВ.